Казахстан и Саудовская Аравия намерены активизировать торгово-экономические и инвестиционные связи, а также усилить политические и экономические отношения. Об этом говорили сегодня по телефону Касым-Жомарт Токаев и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман аль-Сауд. Президент нашей страны, в частности, заявил о хороших возможностях сотрудничества в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм. Он также подтвердил свое приглашение наследному принцу Саудовской Аравии совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.